Свою гражданскую позицию активно проявляет и интеллектуальная элита. Руководитель президентской библиотеки как никто знает о начитанности депутатов, причем всех пяти созывов палат представителей. С 98 года Алла Алексеевна работает в книгохранилище, расположенном непосредственно в доме правительства. Сегодня проголосовала в Есенинском округе Минска. Здесь на одно место в парламенте претендует сразу пятеро. Выбор не из легких, заранее изучила биографии и, что более важно, программы кандидатов, избрав самого грамотного. Для того, чтобы приступить только к работе над каким-нибудь законопроектом, депутату порой приходится просмотреть несколько тысяч документов, материалов, а порой даже сесть за учебники для того, чтобы владеть терминологией. Очень хотелось бы видеть действительно грамотных людей, образованных, которые читают, они что-то познают и стараются это внедрить.